Привет! Это Реборн. У GameFAQ вышел новый видосянчик, называется «Топ 100 случаев, когда игры поломали физику». И это, по-моему, самый длинный его ролик, если не считать какие-то склейки. Вроде были склейки у него какие-то, там на часик, на два или что-то типа такое. Лучшие моменты, или как они назывались, я не помню. Вот, но это, по-моему, самый длинный видос, 23 минуты аж идет. Давайте его глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Да? Ой, нажми. Какие дела, народ? Вот. Здорово, здорово, дела есть. А чё, качество 1080, а какие-то пиксели, кстати, я так понимаю, это Game 3D. Сегодня на стриме, либо в ВК, ой, точнее, либо в Ютубе на своем канале, либо в ВК Play, ссылку оставлю в описании, будем играть в Game 3D пару часиков, потому что в аукционе он вышел, вот, выиграл. Поэтому приходите, хотя... Сейчас мне опять желток дадут, и этот ролик выйдет позже. Потому что предыдущий до сих пор я не могу, блин, запикать, чтобы выложить. Говорят, что игры ломают психику. Это, конечно же, полная дичь. Некоторые ломают. What? Что действительно ломают игры, так это физику. Ой. Каждый игровой движок старается повторить физику реального мира. И проблема в том, хреново в том, что чем лучше у него это получается, тем больше вариантов у игры поломать эти правила. Я думал, это вообще не настоящая гонка. Но сначала небольшой инструктаж по технике безопасности. Давай. Предупреждаю, что просмотр некоторых моментов может вызвать инсульт логики. Впечатлительным людям лучше смотреть это видео максимум одним глазом. Охренеть! Есть вообще немалый шанс в дурку переехать после всего этого. Я готов. Вот так бы в жизни было. Там с вами и увидимся. Все, с правилами я вас ознакомил. Прошу оставить свою подпись вот здесь. Все, что вы увидите дальше, на ваш страх и... Бро, ты свой кофе забыл. Нормально. Так, человек, короче, вы поняли. Погнали. Вот это влетел. Существуют процессы, которые находятся за гранью того, что может объяснить современная наука. Ось времени, темная материя. И что за хрень происходит с киберпанком? Блин, что? И дальше поехал, как вообще не бывало. Ой. Слушайте, я немного боюсь эту игру. В других играх баги... Застрял. Нет, в основном И это его просто похоронили в этом, как в бетоне. Казуемые. Скибиди туалет. Ты чё, ебнутый? Что ты там делаешь? А киберпанк, я вообще не знаю, что от него ждать. Там она уже сгорела. Чел живет по принципу «дай человеку огонь, и ему будет тепло один день». Подожги человека, ему будет тепло до конца жизни. Игра какая-то антиматерия. Здесь баги, я не знаю, какие-то немного криповые. Где она? Нифига. Что происходит? Ну вот покажите мне еще хоть одну игру, в которой можно увидеть такое. Брови? Пацаны, че он держит? Кто-то свой пропуск забыл. Это не брюськи, это брови. Слушайте, у него головы нет, но как будто ему усов достаточно, чтобы... Это брови, блядь, почему усы? Будь элегантным. Так, стоп, а что это у него там в руках? Слышь, нихуя у тебя волы на горбу. Fallout всегда игра была со своеобразным юмором, и вот физические процессы в этом мире тоже двигаются на приколе. Нифига себе, сделал вечный двигатель из человека и мусорки. Чел тупо забил ее в корзину. Трехочковый получается. О, фига себе. Я не особо шарю. Блять, такое в реальности было. За баскет, но походу в него так и играют. Ой. Нифига, он там летает. Застрел. Ну, это перестал... Блять, он мяч там тоже, блин, остановил. Это таким забавным, когда вертухи прилетают тебе по куполу. Ну-ка. БАМ! Вот эта машина обиделась!
Что касается GTA 5, то тут все просто. Здесь физика занята поиском самых изощренных способов от тебя избавиться. Ой, застрял. А как выйти? Что, блядь? What the fuck was that? А когда фантазия заканчивается, то можно просто вот так. Что произошло? В этом конечно. А что было, блядь? Нельзя не упомянуть GTA 4. Многие считают, что эта игра с лучшей физикой из серии. И все бы ничего, но тут они используют качели как первую ступень запуска грузов в стратосферу. Застрял. Не прогрузился, просто балкон. Что за херня? Ну, по крайней мере, у него хотя бы полет был стабильный. Для Сан-Андреаса это роскошь. Блин, почему я с багами вообще почти никогда не сталкивался? Не погрузилось. Кстати, а у Rockstar есть же еще GTA San Andreas Definitive Edition. Ну-ка. Ну... Какого фига насквозь? Есть и есть, идем дальше. Но что касается Rockstar, мне кажется, они уже не переплюнут свой шедевр в виде первого RDR. О, здорово, братан. Ты что, побрился? Жаль. С усами тебе посимпатичнее было. Да, я тут это, танцую. Ход мысли этой игры, он настолько гениален, что мозги просто не успевают за ней. Чел стоит здесь, нажимает прыжок, и игра такая, куда же он хочет прыгнуть? На крышу? Или, быть может, на бочку? Да ну, херня какая-то. Скорее всего, он хочет прыгнуть назад, вывернуть себе руки, пролететь сквозь дом и зацепиться за крыльцо. Блять, какая дичь. Что? Ну, бро, скажи спасибо, что эта игра с тобой не сделала вот такое. Как высоко! И это не GTA, блин! Счастливого путешествия в Казахстан. А еще он выжил? Мне кажется, чем старее игра, тем более непредсказуемую хрень она может выкинуть. Ну фиг знает, видишь, Киберпанк же не такая старая. Это было колесо, блин, ностальгия прям включилась. Блин, я хочу вспомнить название этой песни, пожалуйста, напишите в комментариях, хочу переслушать. И самая уникальная в этом плане игра из золотой классики — это Oblivion. Если вы со мной не Oblivion, согласны, да, то скажите это вот этому челу. No touching the locks. Я ничего не трогал. Блин. May not accept gifts. Я сейчас на тебя нападет, да? Но знаете, даже золотой классике иногда нужен глоток свежего воздуха. Не всем разработчикам удается безболезненно освежить игру. Но вот кому это удалось, так это разработчикам StarCraft. Так, и давайте мы отнимем немножко. Прогрузка. Мобильный интернет заработает и работает. Ну и погодный эффект. Потому что без мобильного интернета вообще не грузит, блин, нифига. Это бесит. Премиум? Что? Откуда премиум какой-то появился? Первый раз такой вижу. Поехали. Давай. Работай. Пожалуйста. Ну давай. Я верю в тебя. Вот именно за этого я, друзья, вас прошу подписаться на телеграм-канал, потому что, блядь, я не понимаю, как с этим ютубом работать. Это какой-то бред. Привет! Давай 720 поставим. Ну-ка. Заработаешь? Походу, надо перезагрузить. Так, 653. Как это бесит? Вы не представляете. Это жесть какая-то. Давай! Ты сможешь! Давай! Вот так, перезагрузился. А работать будем? Нет? Блять, что за херня? Ха, он опять перезагрузиться решил. Сука. Десяти лет дарят нам тот самый уникальный опыт чернобыльской зоны отчуждения. Война фракции уже на пороге. Теперь вольнолюбивая заря, воинственный рубеж, беспринципные наемники и религиозный завет. Что мы будем смотреть, блять, 140p? Ты чё, телефон? Работай! Включи же там этот, да? Точка доступа. Ну куда я посмотрю?
кнопка доступа включена? Ну-ка. Туда. А чё ты лагаешься так, я не понимаю? Опять столкнуться с новой глобальной угрозой. И теперь клановые войны будут еще зрелищнее. Разработчики провели капремонт и добавили обсорбирование текстуры и погодное убежище для экспорта. Уже не терпится все это увидеть. Давай! Я верю в тебя! Это самый, по-моему, лагучий ролик в этом канале. Кто знает, что еще... Да пиздец, какого хуя? Game with the fuck! Давай! Ну! Можешь отыскать в зоне. Внимание, вопрос. На чем летает Человек-паук? Правильно, на стуле. Гениально полетел. Не, ну кто сказал? Блин, приземлиться ты никуда не сможешь, и паутину выстрелить тоже не получится, потому что находится где-то за 3 ды, блядь, от высоких зданий. Да хоть 480, что ли, попробуем. Давай, будешь грузить? Ну-ка. 144p, это вообще какой-то пиздец, мне кажется. Не, вам не кажется? Мне очень кажется. Блядь, что с тобой не так, Ютуб? Пожалуйста, перестань. Вроде были уже эти разговоры, что его это наконец-таки нормальным сделают. Да не, нихера не делают. Мне еще хуже стало, чем было раньше. Это жопа какая-то. А, блядь, включись! Ты сука, мне это бесит. Блядь, какого хуя? У меня VPN зачем-то включился. Зачем ты включился VPN, блин? Я тебя не просил. Алло, хватит. Не прикалывайся надо мной. Так. Давай, работай. Работай как надо, пожалуйста. Пожалуйста, работай. Автонастройка. 720. А, у меня премиум, наверное, там появился из-за того, что VPN включился. О, нифига себе рифм было. Это, говорю, это самая лучшая реакция. Я, блядь. Я полчаса разбираюсь с этой говной. Почему, блядь, она не хочет загружаться? Мне это бесит. Я не понимаю. Так. Ой, жесть. Ой, жесть. Так, походу, мне надо прерваться и включить этот, блин, нормальный интернет. Может быть, хотя бы с VPN-ом будет работать. Нет, здесь нормально. Ой, жесть. Короче, сейчас я скоро вернусь к вам, друзья. Короче, я к вам возвращаюсь. Наконец-то посмотрим, надеюсь, ролик нормально. Продолжим, точнее, поехали. Короче, я сейчас посмотрел, сколько, минут 3 ролика. Блядь, это много так ржачи было. Я почему-то паузу нажал еще раз. И вы этого не видели. Блин. Так что давайте, наверное, пересмотрим. Вот с этого момента где-то. А насчет полетов на паутине, ну, это удовольствие сильно ниже среднего. Да. Это, конечно, тупо с точки зрения законов физики, но вполне логично с точки зрения законов дорожного движения. Красный горит, куда ты прешься? Ты бы лучше не рамсил со светофорами, чувак. Он ему ответил. Так, ну мы уже поняли, что здесь можно летать на стуле, на паутине, а еще можно летать на цыпочках. Вот это вот шикарно вообще было. Балерина-паук. Естественно, того же смех, как у меня был до этого, вы не увидите, потому что я, блин, посмотрел вот эти вот 3 минуты там до 11 с лишним. Но в любом случае посмотреть надо вместе с вами. Павук крадется. Ну и как в любой уважающей себя игре, здесь можно улететь под карту. И сдохнуть. Бедняга. И дальше полетел. И вот это вообще бред какой-то, почему он не бежит по нему? Стоит на месте, бегает на месте. Знаете, вот это состояние, когда ты чувствуешь, что тебя разводят, но не можешь понять, где именно. Вот у меня после просмотра этого видео такие же ощущения. Ну да ладно, помните момент, где Человек-паук тормозит электричку паутиной? Вы думаете, такое невозможно сделать в игре? Это порыло тоже заебись. Да, невозможно. Что вы вообще надеялись в игре, где машины передвигаются вот так? Крижатина какая-то, блин. Им пофигу на аварию. Видишь, там колеса, он так поднимается, прикольно. Я не говорю, что это все ужасно плохо. Иногда это даже прикольно. О, вот это прям охуенный момент. Спасибо, ну, подвинулся. Удобно, правда? Так, а еще да? Мототранспорт есть в играх. Мотоцикл решил потанцевать. Ну, в принципе, они здесь довольно реалистично передвигаются.
Как хрустики. В целом, еще и баги бывают разные. Есть моменты, которые нехило так портят жизнь. Ой. Что это за игра? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Или вообще напрочь ломают тебе. И это что за игра? Напишите в комментариях. По-моему, какая-то ДФС. Игра. Ну. А бывают вполне безобидные. Это охуенно. Блядь, встретил свою судьбу. И послал на... Ну, типа, внезапный вальс. В целом, это даже мило, пусть будет. Вообще, баги бывают даже интересные, вносят что-то новое в игру. Вот надоело тебе уже в тысячный раз бегать по инферно в КС? Пожалуйста, держи новый экспириенс. Мне вообще кажется, это нифига не баг, а просто какая-то... Какой-то чит. He's on side. You gotta clip this. Where the fuck? You're literally on dust too. You're on dust too. Как он вообще его увидел, блин? I'm fucking... Не, это просто дичь какая-то, больше на читы похоже. Классно, вообще. Вот это было прям восхитительно. Я... Даже во второй раз смешно. Бля, похую. Чё за мусор, нахуй его? Так рубанул. Сейчас тоже будет забавно, бля. И тебя, хуй. Ой, не, жесть. Ну, Урэл, что сказать. Чел тупо скрафтил алмазную лопату, ему вообще по барабану. Что попадет под ее траекторию, будет жесточайшим образом выкопано. Мотоцикл, человек. Бананы. Чувак. Бананы. А вот это я уже не смотрел дальше. Так, конечно, максимально целеустремленный. Охуенно. Он тут еще мудил. Прикиньте, каково вообще быть ученым в игровом мире. Типа, какой-нибудь местный Ньютон открыл закон тяготения и бежит о нем всем рассказать, но тут... Не, чувак, ты был неправ. Smooth, like peanut butter. Блять, придал ему скорости. Это вышел пипец. Ну и пожалуйста. Я думаю, вы уже заметили, что основной фишкой игровой физики являются внезапные полеты на околоземную орбиту. А чё он орёт, его убили? Сейчас, давай! Бам! Пицца помогла! Блин. Он испугался просто. Ой! Нифига себе, так просто со спины, на. Ой. Не повезло. А, может, это якудза какая-нибудь? Ой, хуя. А, сдох. Ну, извините, пожалуйста. Это как в GTA San Andreas он потанцевать решил на тачке. Бом! Сам захотел. А парашютов нет. Ой. Блин, хуя он... А, ну да, там же есть импланты. Травы посидели, посмотрели на все это и такие... Так, скучно, нужно добавить разнообразие. Давайте организуем экскурсии к земному ядру. Что? Охуеть. Это когда Иисус свернулся от бабушки. Поправил так еще галстук. Но в основном погружения под карту проходят куда быстрее. Бам! Надо было сильнее держать скейт. Пиздец. Бедняга.
Я обожаю скейтборд в этом видео, который внезапно решил играть по правилам. Ага. Не, ну скейт твердый, асфальт тоже твердый, он не может пройти сквозь асфальт. Так ведь, дружище? Классно, вообще. Но если вдруг ты никуда не летишь, то по классике что-то летит в тебя. Какого хрена? Блять, сдох. Гуляешь себе, трубишь зомбаков, и тут тебе в щи прилетает. В играх вообще разнообразие потрясающее. Можно с жигулями жбан получить, а можно и чем потяжелее. Например. Танком? Ты пиздец. Да, конечно. А чё мелочиться, пацаны? Давайте вы сразу ракетный крейсер в меня швырнёте. Ракетный крейсер? Охренеть! Пиздец, как он улетел! А чё такое ракетный? Бедняга. Да я ж пошутил. А вот не надо так шутить, а то получится по правде. Это батла, от этой игры я лучшего и не ожидал. Блять! У тебя там уже здание разрушилось под тобой, а ты все еще стоишь. Ну, его в военном учили, что господствующая высота дает преимущество над противником. Физики его не учили. Поэтому, когда ты чего-то не знаешь... Если надо победить физику на... Ой. Тебе можно все. Поэтому, например, коню вообще класть на физику. Все сдох. Создатели часто заявляют, что их игровой мир — это целый организм, наполненный жизнью, событиями и бла-бла-бла. Ну так вот, если мир Just Cause — это организм, то Рика явно нашел его жопу и зачем-то пытается туда залезть. Но мир старательно изгоняет его оттуда. Жопа потут. Фига себе. Блин, а что дальше ты не прыгнул? That hurt. Что происходит? Пердёшь! Охренеть! О, Хитман. Это когда вы играете в крокодил, и тебя попросили показать сдувающийся воздушный шарик. Все, хана тебе, блин, после такого. Вдруг в это время показывает вентилятор. Там такое месиво, жесть. Похуй. Реально, промазал. В мире существуют разные направления. Молекулярная физика, квантовая. А вот в игровом мире есть особый раздел физики, который называется всратая механика. Это когда все происходит ровно не так, как должно. Are you drunk, mister? Я нет, а оно да. Чел толкает воздух, а телега сзади него куда-то нахрен улетает. Вот в чистом виде действия всратой механики. А это он просто толкнул и пернул одновременно. Ну, либо он просто на эту телегу чем-то сильно дун. Да? Вот и я об этом же. Кстати, объясняет, почему люди позади него в обморок. В любом случае, я думаю, мы с вами точно знаем ответ на главный вопрос этого видео. Ну-ка. И если вы видите сейчас все это и думаете, что хуже уже быть не может, то просто вспомните, что есть еще такая прекрасная компания, как Ubisoft. О-о-о, Ubisoft. Бухло его уносит на небеса. Red Bull окрыляет. Да или так, да? Ой, да ну с тобой драться, да? А, это он просто стену носил. Это все продолжает, да? Сразу полкарты преодолел и вышел.
Блять, корабль затонул. Охренеть. Это вот этот Skull and Bones недавно, да? Ты за что же зацепился, братишка? Чуваку просто сплыть скучно. О, теперь вдвоем. Так балансирует. Остановил. Спасибо, брат. Ты что, сыт? А, что? Блять. Такой звук. На самом деле, конечно, это я все в рамках юмора так разгоняю. Нет багов, разве что в Тетрисе. А современные игры с кучей возможностей, mm-hmm. конечно, где-то будут шероховатости, mm-hmm. если вот это можно считать шероховатостью. Oh my God, stop, bro, I'm stuck. Can you help me? Но вот разрабы работают и исправляют свои косяки. Вспомните игры, которые на старте вышли максимально всратыми. Что за игра? Unicorn Aviation? Не знаю такое. Блять! У меня уже голова кружится. А потом прошло некоторое время и ничего не поменялось. По-моему, стало... А, нет. Я хотел сказать, по-моему, стало еще хуже. А у меня просто ролик завис в очередной раз. Да ты... А уже меня, Ютуб, чё с тобой не так? Почему выключился гребаный... Блять, я не понимаю. Это какой-то кринж. Так, нормально всратыми. Поменялось. Если бы... А что за игра? Все было идеально. Monster Hunter какой-нибудь? Это было бы слишком скучно. Вот вроде один такой маленький момент происходит. Ни хрена себе сидит она на чем. Ты уже поднимает тебе настроение. Возможно, ты даже знать не хочешь, что это и откуда у нее там торчит. На самом деле, чем игра круче... Откуда-то ведь понятно. Чем чаще она появляется на этом канале. Ага. Тем больше мы с нее... На всякий случай просто упал. Это не делает ее хуже. Все игры прекрасны в своем несовершенстве. Ой. Оп. Нормас, прям попал куда надо. И сейчас скажут, что он его грохнул, да? Ей удобно, это главное. Не, ну так они могут делать, когда прыгают, например, какие-нибудь трюки, да? Ну, блядь, тут сейчас. А, это вообще пап. Ну, нормально спрятал. Ты что, Веном? Ты повернулся.
Куда ты не туда убежал, брат? Цепляется за жизнь, блядь, всеми конечностями. Мужицкий дождь. А на этом все, народ. Я надеюсь, Владос поднял настроение. Если это так, то лайковать внизу. Также дайте мне в комментариях знать, как это было. Подписывайтесь на мой... Вообще шикарный ролик получился. Самый проблемный в данный момент для меня, по крайней мере, при записи, потому что постоянно эти лаги. Меня же это, блин, дико бесит. Как работать, непонятно нифига. Это не работает, то не работает, не загружается, не выкладывается. Чё за проблемы? Раздражает. Пожалуйста, прекратите эту херню делать. Оставьте YouTube в покое. Вот. Этот ролик, конечно, шикарно получился. Я души просто поржал. Спасибо большое, ВДБ. Ну вы поняли, да? Вот. А вы, друзья, не забывайте подписываться на Телеграму, на Бусти, Телеграму. Телеграм, на Бусти, группу ВКонтакте. Ссылки все будут в описании. Если вам понравился этот ролик, лайкос, комментос, подписос. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.